Вырвали объектив от фотокамеры буквально из рук средь бела дня. В интернете появилось видео дерзкого нападения на фотографа в Петербурге. Действовали воры согласованно, видимо, уже по выработанной схеме. Мужчину окружили несколько человек, и пока один из них чем-то махал перед лицом жертвы, другой в считанные секунды снял с фотоаппарата объектив и передал его еще одному сообщнику. Фотограф не сразу понял, что случилось, а когда спохватился, было уже поздно. У кого именно ценное оборудование, он так и не увидел и в растерянности побежал не за тем. Ну, а воришки разошлись, как ни в чем не бывало. Добавлю, что стоимость профессионального объектива может достигать нескольких сот тысяч рублей.